Звук калькатур. Все есть, молитесь. Боже, будь милостью ко мне грешнику. Создал меня Господи, помилуй меня. Очищай греши, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину, блажитесь и Богородицу, Пресно Блаженную, ты непорочную, Матерь Бога нашего, честнейшего херувима и славнейшего, истину Серафим, благословение Бога, Слово, Рождество сущую, Богородицу тебя видит все. Слава Святому и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови, воскресли место, Господи Иисусе Христе, Ты Боже, молитву ради причисти Твоя Матери, Силы Честного Сотворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благ Иси, человека любит. Аминь. Боже, милости, будь мне грешному, создай меня, Господи, и помилуй меня. Бесчестно я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешный, яко не колиже благое, сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да не осужденно отвержу устами недостойно, восхвали имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истинной, и живи с детства, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, спаси блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Святому Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от нас и паденьки, блажан Христу Христу, клянки сильные. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поджай сна, воздвигнись, Господи, умой, просвети сердце с ними, и отвергнула, и же петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Основа став, благодарю Тебя, Святая Троица, помоги ради Твоей благости, Боже, терпение. Не прогневался мне ленивый и грешный, погуби меня с беззаконием моим, но человеколюбством и все обычные, вещание, лежащие голоду, мне и сила, еже утром ты полосой, и державу твою, и ныне, владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайтесь со всем твоим,
и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь и тяво, исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите поклониться Царю нашему Богу. Приидите поклониться Царю Богу нашему. Идите поклонимся и преподем самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Седьмой псалом. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетую хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, перед Тобой все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставило меня сила моя и свет очей моих, и оттого нет у меня, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит, и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мной. Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе не чтил передо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед Тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывая уст моих, потому что Ты соделал это. Отклоняй от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями
будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суетит всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли вопли моему, не будь безмолвен слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои, отступили от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Твердо уповал на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек мне из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят ноги и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордости и уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышает число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение и жертву за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. Свитки книжно написано мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял уста мои, ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал сердце мое. Возвещал верность твою и спасение твое. Не утаивал милости твоей и истины твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя да охраняет меня непрестанно. Ибо окружи меня бедные и счастливые, постигли меня беззаконие мои. То, что видеть не могу, и их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да будут обращены назад и преданы по смеянию желающим мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящим мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь, я же беден и нищ». Но Господь печется мне, ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель. Спаси меня благодатью Твоей, молю Тебе, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов и неизреченную в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же мне стать голубым местом, мне, Боже мой, потому что совершенно найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня,
Девятьсот частником хвала ты вечный. И да не пощитит меня сатана, не похвалится. Слово. Что торт меня от твоих рук и ограды. Но ли хочу спасти меня, или не хочу. Христос мой спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо ты Бог мой, а чрево матери моей. Спадай у меня, Господи, возлюбить тебя теперь та же, как возлюбила я когда свой тайный грех, или чтобы снова потрудиться до тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь за тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь на свою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешным и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону преобладание твоего смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедного души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил тебя в последние мои жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного, несчастного раба твоего, уныние, забвение, неразумное, нерадение. Удалися скверны, лукавые. И вкульные помыслы закрыли мое сердце, и помраченного ума моего, и погаси пламя страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний. Ибо тебя благословляет природа, и пречистое имя твое славится во веки вечные. Аминь. 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 Бога наш, и ты, угодники Божии, иначе возьми в надежды, ибо мы усердно к вам прибегаем. Скоро мы помощи, помолитвы, помогающих наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты, жена, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаси, избави тебя, душа наша. Аминь. Непобедимая божественная сила, честнага же творящая Христа Господи, не оставь нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, любви Твоя, и благослови достояние Твое, пройдем на сопротивные дары, учимся меня и Христом, как жительство. Си, Господи, по милостам, духовно родителям, сродникам, благодетелям, митрополита Иллариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агапанга, Диамида, Тихона, Антония, Священный Реакима, Павел Геннадий, Сергий, Василий, Иоанн, Павел, Иоанн, Кирилл, Иоанн, Сергий, Василий, Андрей. Диаконов Евгений, Александра, Михаила, Андрея, Максима, Владимира и Глеба не дай погибнуть. Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Камиль, Александра, Диагора, Тихона, митрополита. И весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дальше священника, если угодно тебе, Господи, смири власть и воли свои. И середи, сотвори благое церковь Владимира Дмитрия. Донарда, Рамзана, Владимир Александр Дагена и Аманы.
Народ мир Израиль, в России, в Украине, в Сирии, где война идет, на Руси, на Сирии, мирное доброе время. По твоему благоволению, Господи, слава тебе. За тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Данное желание трудиться, обнаружить и может все наши таланты дарованы тобой. Для чего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха. И все день помоги нам прожить безгрешно, не нарушая заповеди твои. Под весницей благодати твоей. Слава тебе. Найди Господа отступников Николая, Михаила, Александра, Юрия, Белоцарин, Максим. Научи нас во всем быть экономным. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. И сохрани нас, усиление наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Андрея, Юрия, Игоря, Серафима, Владимира, братья, Людмилу, Любовь, Владимир, Витерева, все прощи, добрые жители с детьми. Защити и помилуй всех, побуди на проповедь Евангелия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и возьми на врагов, умучи их сердца, приведи их к покаянию, примирись нам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и вот ты утешь нас. Враг перестал нападать столь яростно. Это твоя рука усмирила его. Слава тебе. Посвяти и благослови наших друзей, братьев и сестер. Татьяна, Наталья, Игоря, Марина, Никита, Чада, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмила, Нина, Алексея. На проповедь подвигнися, Господи, найди новые души. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, святи. Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Роману, Михаила, Елену, Юрию. Милости будет нам, Господи, благослови. Россия, Езров, Рустика, Ретимора, откройся, чтобы познал тебя единого истинного Бога. Слава тебе. Благодарю тебя, Господи, за прошедшую тихую ночь. И просим тебя и все идеи, Господи, прибудь с нами, уразуми нас, и отступников найди, Михаила, Николая, Александра, Юлия, Максима, благослови. Благодарю тебя, Господи, за милости твои великие, которые нет числа, благослови Сергея, Сергея, Александра. И нас помилуй милости твоей ради. Это наше сокровище в интернете сохрани. И воздай милостями всем помогающим нам там быть. Трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея. Андрея, Андрея Вячеслава. Благослови всех, с кем мы познакомились, чтобы внести слово истины. Ой, Господь, бедных и бедных усопших отец и братьев наших, из сферы надежды на случай жизни, еще прошедшая жизнь всех. И конечно, это проявление тебе судьбы, родители, сегодня это было на всех христиан. И сотвори вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Сирина. Благодарю, Господи, за тот день, который дал мне веру, тебя страх перед тобой в ожидании суда Божия. Благодарю за тот день, который дал мне святую Библию, и подал мне толкование святых отцов, как на совершенную истину,
Слава тебе. Помоги нам прожить этот день. Прославление Твоего имени, Твоих дел чудных. Слава тебе, Боже. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Чиста Бога наша, спаси нас молитвами сегодня. Посвяти, Господи, глаза давно всем помогавшим нам, и Солнце, Солнце, Павла Зинаида Владимира, Дмитрия, Надежда Зинаида. Все посеяно сам возрасти, да даст обильный творчество. Будь милостью к нам, Господи. Иоанн Креститель, Крестящий Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить из бедности, имея пропитание, одежды, быть благочестивым и доволен, никогда не растать, никому не доверить, во всем быть экономным, дабы было из чего уделять нуждающих. Аминь. Святитель Христов Непомнанный, Дмитрий Чудотворец, моли Бога о нас. Ради Бога о нас, все пророки Божии, я и Елисей, Бог Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авраам, Иосиф, Патриарх, Ездра, Елена, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Иосия, Иаиля, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Натан, Даниил, Иосиф, Тихова, Моисей, Авраам, Исаак, Яков. Благослови нас, и исполни Духом Пророческим Церковь Свою, чтобы день прихода этого нашего отсутствия не застанусь и готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебя с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными и добрых дел. Садим вас в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога наш, святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, Слово Божие. Стоящие. Петр и Павел, Ангелисты, Матвей, Марк, Лукавин. Да помилует нас Господь по всей удару и жажде и следует священное писание жизни. Молите Бога на святые мученики и мученицы, и знаете Богоносец, поликар, Слинский и Синки, Волосы, как Май Дамьян, Андрей, Партилат и Ирон Мученик. Имя Тринский, Туне, Пантинский, Антинник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантинник, Ирон, Сорок, Мученик, Царь Николай, Святой Царство Семейство, Владимир Ленин, Иосиф Борисович, молите Бога о нас. Дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И ты не обвинил, да и веру сошли родители, заложенные в Писании. Молите Бога о нас, Святой Отец Василий, Великий Григорий Богословный, Ангел Павел, Сатана, Святой Дух, Святой Дух, Святой Дух, Святой Дух, Святой Дух, Святой Дух, Черный, Радостный, Черный, Стефан, Пенский, Черафим Сорос, Ян Тобольский, Ян Тараштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Никодин, Никитин, Николай, Макарий, Атасий, Киварьев. Все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Спасет нас Господь от всего неугодного. Помоги нам отвечать на себя. И жить для Тебя, Господи, прославляя Твое чистое имя. Храни святой православной вере, а замысел святого разрушенный, что Тебя прости. Аллилуйя. Помните Бога на святой жены и дело, святой первомученицы, Афина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Кирилл, Татьяна, Ирина, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Дика, Святая Христина, Иоакила, Андроника, Юния, Петряна, Устина, молите Бога, она за сохранил Господь нам, чаще поругали, дали молчание, послушание, целомудрие, истребилось. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Петр первомученица, Фатима, Соболина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софья, Наталья, Андрея, Варвара, Екатерина, Екатерина, Татьяна, Елена, 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 Ел
Крестивое тело, огромное тело, удары Господь послушания и молчание, целомудрие, Христу Дрюсь. Иди на помощь, Господи, послушайся. Безбожный благословите ленки и потерники. Да покажет за него продающее место. Страхи, которые вы сказали себе, что вы любили. И Анна. И нас помилуй, милости, по твоей ране. Прими наши молитвы, взяние рук, как жертвы, вещей, благоукания, приятных перед Христом, благодати твоей, Господи. И соедини молитвы наши, с молитвами тех святых, молящихся на небе и на земле. Помилуй нас, Господи. Любящий наш Отец Небесный, прими наши молитвы от всех, заповедуешь нам молиться, а не ради Господа страдали, для родного тела Твоего Иисуса Христа. Как прочее. Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Святой Дух, аминь. Да Господи их и сохрани. Благодарю за здоровье, за болезни, за людей, за врагов. Это все может оказаться на пользу. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай туда, слушай, рад тебе. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. У меня вчера такой разговор был. Вот батюшка подсказывал, один приехал, звать его Артем Быков, потеряющий. И предупредил, никто не разрешает, тем более зимой, не заходить. Вот так, шли, ехали и наехали. Ну, я вчера так подумал, помолился, и батюшке звонил, давай телефон его, я с ним свяжусь. И правда, он ответил. А где находится? В аэропорту. Да как же, батюшке подсказал, говорит, работу дали, квартиру дали, оказывается, еще и нету. Я еще не знаю, что он скажет, а он говорит. Он молится, ему откровение оказывается, и он все переменил. И сидит в аэропорту. Ему пришло сообщение с неба, что в течение суток, вот которые уже прошли, будет такое землетрясение, какого никогда не было. Все будет разрушено. А это он в самолете полетит в Москву, он не попадет в это, в воздух-то не трясет. Я потом только понял, куда. Говорит, я говорю, слушай, тебя давно сатана обуял, у тебя ничего своего нет. Все от дьявола в этом плане. Вот завтра, если не сбудется, он говорит, да катает. Ну, чтоб сутки прошли, ну, сутки-то. Ладно, это похлеще плоской земли. А он и говорит, будет. Я вряд ли не будет, и тогда поймешь, что ты обманут. Сатана бьет тебя в забор, мозги давно уже вышиб из тебя. Ну да, а вот сейчас жду звонка. Еще сутки-то не прошли, где-то. В 10-9 часу мы разговаривали. Я решил даже встретиться с ним. Батюшка говорит, там у него жена есть, там не первая. Духовная, как он говорит. Батюшка говорит, значит, он какой-то секте прилип. Так, такое у него все идет. Ну вот мне пришлось сказать больше ничего. Но это будет сказано. Батя, это Артем. Артем. Писание совсем не знает. Я говорю, будет землетрясение по местам. Не везде. По местам. Почему созрел мир для того, чтобы понять, о чем речь идет? Он заспорил, я уехал туда. Отошел от него. Потому что он теперь должен выйти.
А тут получилось так. Я не знаю, тут просилось, я видел, возникала Елена Гладыщук. Здесь нет. Нет. Она стучалась, я не слышал, наверное. Она-то написала ролики, выставили, и мне высылает их. Заархивировали ролики. И высылает, там надо установить диск. Диск. Яндекс. Ой-ой-ой. Я начал, у меня мигнуло, и все пропало. Не просто пропало, я не могу напечатать даже слово. Клавиатура здесь, предложение такое было, и оно не окончено у меня. Я до того дня, неудобно мне было, это в первом часу ночи. Вот этот сбулгачил он, он-то ни при чем, но тут звонит. Володя меня будет. Тронул, я соскочил. Думаю, надо же, ну, кое-что, как рано-то. А мы не видим сейчас. Давай, ну, сейчас Надежда Васильевна звать-то, а та что-то сказала, актеры или как она сказала? А? Ну, короче, так, она поняла, что там у нас не то делается. Кто-то позвонил на сотовый телефон Игнатьевна еще. Я думал, что Татьяна Капустина 440 нам обычно звонит. Ага. А раз Татьяна, значит, то ты... Да, как? Я соскочил, на улицу побежал. Звонил Надежде Васильевне, смотри, света нету, давай названивать-то. А она подошла? Она не подошла, она позвонила. По телефону? Да. Еще сказала? Ну, что-то наподобие какого-то артиста или актера. Артисты там что-то. Ну, я думал ложиться уже. Ну, все, первый час, 4:40, я еще маленько заснул. Ну, а тут получилось, я решил ролики выставлять, время подошло, молитву совершить. И у меня все полетело, даже печатать в Word не дают. Я запаниковал по самой крупной мерке. Звонить, кому звонить-то? Одному программисту, другому. Ответил сразу же Вячеслав Николаевич. А мне разговаривать, Володя слышал их. Мне надо рядом быть и разговаривать, и слышать, и без света. Ну, начал туда слышать, сюда слышать, и все выправил. Молодец такой. Ну что, выправил-то. Я начал писать, что-то опять оно у меня. Он говорит, там задень такую клавишу, тут напиши, тут толкни. Выправил. Чего же вы мне посылаете так-то? Я говорю, посылает мне Сергей Купков и Вячеслав. Вы сейчас так по одному ролики идут, И вот клёши внизу написано скачать, а тут ничего нету внизу. Я их не могу ни скачать, ничего. А у меня все летит, я уже не рад ничего сказал, что не надо. Даже если все пропадет, мне легче. У меня связи нету. И YouTube выбросила, и Skype, что-то поставьте папку, какую папку. Ну, все не знаю. Ну, вот он выправил, вот я давай все это заканчивать. Выставил. Вот тут у нас, можно сказать, он поймет теперь, духовно было у нас землетрясение. Сегодня еще поговорить надо. Если договорюсь я с ним, и он с аэропорта уйдет сюда, Сережа, примешь его ночевать? Боязно мне бесноватых принимать уже, Игнатий Тихонович. Но если покаяние будет у него искреннее, я увижу эту прямую, а так устал я от этих бесноватых уже, самому бы не заразиться этой пакостью. Все, я тогда отошел, давай, веди. Не делай ошибок. Где Роман? Ты пришел следить за тобой?